Губернатор края Александр Ткачев также принял участие в заседании Госсовета. Как отметил глава региона, кубанские аграрии готовы наращивать производство сельхозпродукции при условии, что она будет востребована российскими ритейлерами. По мнению экспертов, мощным драйвером роста может стать именно импортозамещение и развитие реального сектора экономики. Наша главная цель – использовать одно из важных конкурентных преимуществ России – емкий внутренний рынок. Заполнить его качественными товарами, которые производят реальный сектор отечественной экономики. Разумеется, сохраняя стабильность и сбалансированность внутри рынка экономики в целом. Как отметил Александр Ткачев, в ближайшие годы региону предстоит удвоить производство овощей, фруктов, мяса и молочной продукции. Для этого край наращивает финансирование программ поддержки аграриев. К примеру, в ближайшие 2 года на Кубани только на развитие садоводства и овощеводства будет выделено 600 миллионов рублей. Делает ставку на развитие новых секторов экономики, в частности промышленности. В последние годы в регионе были созданы крупные промышленные кластеры, такие как металлургические в Абинском районе и деревообрабатывающие в Апшеронском районе. В результате сейчас край занимает лидирующие позиции по объемам промышленного производства в Южном федеральном округе.